все. Не прошло и, наверное, 5 минут, как я снова здесь. Вот. Сейчас готовлю, так скажем, собираюсь сделать себе чайку. Вот, только пришла, переоделась в домашнее. Привет, Дань. Это секс-пацан здесь. Вот Даниил Белов. Это секс-пацан. Вот. Так что совсем давно не виделись, короче. Сейчас я достану что-нибудь из своего арсенала чаев. Это выглядит вот таким вот образом. Вот так вот. Ой, блин. Help. Оно не достается, оно не открывается. Вот и с этой стороны открывается? Нет, он с этой стороны, блин. Во. Я вот люблю чай. Я вот думаю, какой попить сейчас. Что тут интересного есть. Чего я еще не пробовала. Так, ну я хочу попробовать вот это. Вот это я еще не пробовала. Вот. В прошлый раз я пробовала вот этот, он вкусный был. Вообще вкусный чай здесь с мелиссой зелененький. Очень вкусный вот этот был черный. Потом с тофи шоколадом, барбери вкусный, вот этот вкусный. И, ну, вроде все. Из черных чаев мне больше нравится вот этот вроде. Вот, ну, в общем, ладно. Бог с ним, с этим чаем. Вот, он у меня вот тут в коробке, потому что я не хочу, чтобы семья пила этот мой чай. Все, теперь можно 200 рублей. 200... Я не знаю, мне подарили чай. Это мне подарила лучшая подруга на день рождения. Вот, я просто очень люблю чай. Вот, сейчас. Ты стоишь так? Ай, встань и не двигайся. А кофе любишь? Кофе... Я не могу сказать, что люблю. Я очень хочу его пить, но мне нельзя. Вот, я типа сердечник, и мне много не стоит. Мне оно сразу сердце колет. Вот. Так что я кофе пью, но 3 в 1. Либо латте или капучино, что-то такое. Ой, вкусно пахнет. А ройбуш есть? Не поняла. Я даже бил такие, правда, маленький набор. Ну да, привет. Много, снога. Снога много? Это типа много? Я мимо. Так, да, смотрите, смотрите на мой холодильник, пока меня нет. Я вроде согрелась немного. Вот. Hello, say how are you. Привет. Скажи, как у тебя дела? Как у меня дела? У меня все хорошо. У меня все прекрасно. Это если ты это имел в виду. Вот сейчас себе чай заварю, вообще шикарно будет. Вот. Сейчас. Хоба. Так, все, чай я заварила. Ой, какой аромат. О, вообще кайф. Я хочу себе, подождите. Все, я уже не найду, походу. Я хочу Christmas. Блин, какой вкусный чай. Надо купить его будет. Вот это реально вкусно пахнет, очень ароматно. Надо еще будет потом попробовать. Я из Сахалина, Смирных. Есть сахалинцы? Думаю, нет. Нет. Тут мало людей. Вообще в целом, а из Сахалина так тем более не будет. Выглядишь супер, спасибо. Прическа у тебя красивая. Тоже спасибо. Обычно. Чем занимаешься? Да сейчас вот только домой пришла, чай заварила. Вот. Уберусь. Там вещи сейчас. Ой, да что с моим лицом происходит? Вот. Короче, как-то так. Гринфилд. Привет, Оля. Да. Спасибо. Девка. Грубо как-то. Да, Гринфилд. Я имею в виду, что именно сорт Black Tea, вот он называется, название черным. Это чай ройбуш, напиток без кофеина. Раньше Гринфилд выпускал его такой же пакетированный, я постоянно покупал его. О, господи, у меня нет таких познаний вообще. Рядом с холодильником косметика? Нет, это не косметика. Это у меня мама
работает, она ногти делает. Вот. Занимается вот этим всем. И это ее весь арсенал тут. Так что как-то так. А, чем занимаюсь? Ну, я же говорю, только пришла домой, сейчас вот разбираюсь. Сколько время? Поужинать еще можно? Сейчас я поужинаю. Потом чай. Вот, вы ж не против, я в эфире похаваю тут с вами. Я даже ложку чистую брать не буду, чисто из мусорки. Из этого, откуда, господи, из рукомойника взяла. Из раковины, во. Ну ладно, теперь будут такие познания. Ага. Так. А в общем, чем занимаюсь? Я учусь в разных школах. Модель, фотограф, турист. Ну, школьник я уже сказала, спасатель. Кем я только не являюсь. Так, сейчас я думаю, обо что облокотить телефон, чтобы не падал. Угу, он все равно падает. А я ж найду, на что тебя поставить. О, мой Кузя. Кузенька, солнышко мое любимое. Что ты тут кричишь? Может, он у тебя есть в комплименте, посмотри. В комплекте нет такого, я не знаю. Неужели ты соблюдаешь это, что есть можно до 8? Нет, я ем за... могу... Последний прием пищи у меня за 2 часа до сна. Вот. Ой, не падай, пожалуйста. Вот, кошек или собак держишь? Да, у меня кот. Но это не кот, это пидор. На этом все. Вот, очень красиво, спасибо. Новую модель, я знаю, что ты модельной занимаешься, да. Вот мой ужин. Степлер хорошо держит телефон. Да, блин, все, я на кружку поставила, правда. Вон сейчас там камера вспотеет-то, которая задняя, потому что пар идет. Ну ладно. Все же так делают, слизывают. Я думаю, что я одна такая больная. Жесть. Так, все, можно кушать. Приятного аппетита мне. У меня 2 кошки, 2 кота и все черные. О, у меня тоже черные. Кузя! Кузь, иди сюда, пожалуйста. Не, он пидор, он не подойдет. Да его только нести надо. Блин, у меня он все равно падает, телефон. Сейчас, я сделаю круто. Держи его. Банка, ты что? Ты обязана держать? Нет, он скатывается. Все, о, изи. Приятного аппетита, спасибо огромное. Ой, спасибо, Миш. Подписались, да? Ну, расскажите что-нибудь, у меня все хорошо. I'm fine. Мои единственные познания в английском, правда. Я даже не знаю, что ты там написал. Hello, это привет, и как дела? А что такое pretty, я даже этого не знаю, отвечаю. У одного способность двери открывать и закрывать не умеет, приходится ночами за ними закрывать. О, у нас то же самое, у нас все двери открыты, у нас раньше, до появления этого чудовища в доме, у нас все двери всегда были закрыты, все было чисто, всегда уборка была, ну, полноценная, так скажем. Раз в месяц, теперь у нас уборка 3 раза в месяц, потому что генеральная, от него шерсть повсюду, это жесть. Таким нехорошим словом кличешь. А его все так называют, он просто у нас такой пацан с характером, и поэтому его иначе назвать никак, вот вообще. В общем, жесть. Сейчас я уже поем. Наша кошка любит ванну принимать. Ну, не, у нас Кузя, вот он не пьет из мисок, он пьет из тазиков только. Вот у нас тазик в ванной стоит на случай, если вдруг воды не будет, у нас часто воду отключают. Он только оттуда пьет. Все, вот ему дверь в ванную всегда должна открыта быть.
Он только там воду пьет. Ты ему рядом поставь миску, он будет подыхать, но не попьет. Я с ним хожу гулять на улицу, он никогда не сходит на улицу в туалет. Вот он будет орать, перейдет домой, посыт и все. Будет терпеть. Так что у нашего кота вообще поведение не кошачье. Он не ест мясо сырое. Он вообще, ну вот, он не может жевать пищу, он ее слизывает, то есть ему паштет и все такое мягкое. Не надо. Моего кота зовут Кузя. Как ты оценишь свой фотосет с ушками? У меня не было фотосессии с ушками. Я пока промолчу по этому поводу. Прям как у меня, посему шерсть по дому ходишь, чистишь палас. Ну да, мне не родственники наши котики. Да, мне кажется, у нас много кто. У нас много родственников. Так, это хорошенько. А, да, спасибо. Сколько лет, где живешь? Парень, муж есть. Мне 17 лет, живу в городе Таганрог, муж есть. Угу. У меня самый красивый муж, который может быть. Будущее. Да сыт он. Ну, сыт, в принципе, я имею в виду то, что еда у него есть, я в этом. I like ice cream too much. Так, помогайте мне переводить. I like, мне нравится. Ice cream, мороженое. Too much, это лизать или нет? Не знаю, что это такое. Переводите, люди, которые учат или знают английский. И в итоге тишина. Ладно, а в ответ тишина, как скажете. Господи, на в каком это языке написано? Опять украинский начался. Якщо був самим тут туніті сиділяб. Господи, как заклинание какое-то. Он любит мороженое тоже очень сильно. Понятно. Ай-юй. Понятно. Глупость написали. Понятно. Too much сильно. А там по-другому он писал. Толку переводить. You like my friends is Вей, тебе нравится мой друг? Что? Я не хочу, вот это бред какая-то. Пишет и все. Привет, Лихугра, извини за что. Смотри, не подавись, потом толстая будешь. Знаешь, почему потом? Я не толстая, но моя фигура меня не устраивает. Но я все равно ем. Твой кот помидоры ест? Какая жесть. Привет, красавец. Я тебя перевел, ты же сама сказала, помогите с переводом. А, ну вот, спасибо, да. Приятного аппетита, спасибо. Ой, а у меня телефон заряжается, я сейчас проверю. Заряжается. Все, работает. Спасибо огромное. За приятный аппетит и за перевод. За все. Вообще, самый мой любимый этот йогурт. Я не знаю, почему я вообще йогурта не люблю. А этот мама мне всегда берет. Он с вишней на дне. Вот этот чудо. Он очень вкусный. У меня кот огурцы. Жесть, у вас коты неадекватные. Думала, ты понимаешь украинский. Нет, я не понимаю украинский. Я вообще его не знаю. Какая она толстая. Чего вы гоните? Ну, не знаю даже. Спасибо. Это все маска ВКонтакте. Она делает глаза красивыми, выразительными и лицо без прыщей. Поэтому я кажусь красивой. Если я ее выключу, я сразу буду уродом. Поэтому нет. Спасибо. Аня, требую плату за рекламу. За какую рекламу? Я ничего не рекламирую. Я просто говорю, я снимаю видео, обзоры. Все, наконец-то я поела. Так, теперь, пока чай остывает, надо убрать привет
Вперед. Нельзя знакомиться. До свидания. Сейчас мы этот... Я выкину 5 сек. Так, я вас беру в свои ручища. Мы вместе сейчас направимся в зал. Я сейчас там уберу вещи свои за собой.